прошлые годы, но не в том масштабе, в котором хотелось бы. И полноценное сотрудничество у нас начинается именно с этого фестиваля. У нас Порт-Артур в этом году впервые становится официальной VIP-площадкой фестиваля «Ветроджаз». Что это значит? У нас будут проходить выступления хедлайнеров фестиваля «Ветроджаз», таких как Элли Танго, Кармен Мокси из Калифорнии, а также эстрада джаз-оркестра. Соответственно, после того, как музыканты выступят на площади Островского, они уже приезжают к нам, и гости, которые хотят насладиться музыкой в более камерной обстановке, смогут это сделать в нашем ресторане. Также у нас будет, как уже сказала Накенти, выездная площадка, то есть у нас будет ресторан прямо на площади Островского. То есть гости смогут присесть, поесть и в то же время смотреть, да, программу фестиваля «Ветроджаз». В принципе, это все, что я хотела сказать. Еще раз спасибо, что все пришли, и мы очень рады сотрудничеству с фестивалем. Спасибо.